Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Латвийская театральная актриса Яна Секста снимается не только у себя на родине, но и в России. Она успела сыграть во многих фильмах, в том числе «Охота», «Следователь», «Жить» и многих других. Яна была замужем дважды. Максим Матвеев стал ее первым избранником. Молодые люди вместе работали в театре. Взаимопонимание они нашли сразу, и их дружба быстро переросла в любовь. Артисты заключили брак после года знакомства, но развелись спустя полтора года после свадьбы. Разошлись они по обоюдному согласию, однако поговаривали, что зачинщиком был Максим. Дочь знаменитого актера Михаила Боярского, Елизавета, стала его любовницей. Это был непростой период для Яны – измена мужа с медийной персоной, сложный развод. Но именно тогда творческая жизнь Секста стала особенно успешной. Яна часто снималась и имела неплохие гонорары. Ее финансовое положение укрепилось, несмотря на развод. Через некоторое время девушка встречается с довольно востребованным композитором Дмитрием Мариным. Они оба работают над театральной постановкой. Дмитрий пишет музыку для телевизионных фильмов и спектаклей. Он активно сотрудничает с кинодеятелями из Канады и имеет определенную известность среди мировых кинопроизводителей. Уже в 2013 году Яна выходит за него замуж, и у них рождается дочь. Девочку назвали Анной. Уже в 2017 году она начала подрабатывать в театре в качестве актрисы озвучки. Мама надеется, что девочка продолжит династию и тоже станет знаменитой актрисой. Если вы помните Яну Секста, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!